Почти 150 рабочих мест для подростков создано на производственном объединении «Старт» этим летом. Предприятия активно участвуют в программе трудоустройства. Главная особенность этого года – то, что мы принимали детей в те подразделения, где работают их родители. Считали, что это поможет сплотить и семьи в том числе. Максиму Голованову предстоит работать в отделе продвижения гражданской продукции. В качестве сотрудника, хоть и временного, юноша пришел на завод впервые. До этого он бывал здесь по другим поводам. Я часто ходил на заводские олимпиады, часто ходил на другие мероприятия, ходил к родителям на Новый год. В свой первый рабочий день Максим и остальные подростки не только узнали свои трудовые обязанности, но и познакомились с историей и структурой градообразующего предприятия. Детям рассказали о научно-исследовательском и конструкторском институте радиоэлектронной техники, который занимается разработкой охранных систем. Средствами физической защиты, выпускаемыми предприятием, ежегодно оснащается более 500 километров рубежей охраны различных объектов. Оборудовано более 14 тысяч километров государственной границы. Продукция никель используется на сотнях особо важных объектов федерального значения, на атомных электростанциях, ведущих предприятиях госкорпорации «Росатом», а также космической, авиационной, нефтехимической и автомобильной промышленности, объектах энергетики, железнодорожного и воздушного транспорта, в банковских учреждениях и музеях. Наша организация обеспечивала в прошлом и позапрошлом году, да и ранее, такие значимые события, как Олимпиада, Универсиада, Кубок Конфедерации, Чемпионат мира по футболу, безопасность на этих объектах, доступ к этим объектам. Такие занятия в рамках программы летнего трудоустройства на заводе проводятся регулярно. Эти встречи помогают укрепить связь поколений, считают организаторы, познакомить детей с традициями градообразующего предприятия и, возможно, продолжить трудовые династии. Ксения Тризна, Денис Дубицкий, телерадио, компания «Заречный».